4 мая 2024 года. Была у меня чуйка, не закончится хорошие новости, только утренние. Ну, правда, сейчас там такие новости. То есть я просто не смог это держать в себе. Узнал, что «Газпром» за 2023 год показал убытки в 7 миллиардов долларов. Ну, там 7 миллиардов, вернее, 700 миллиардов рублей. Ну, получается, 7 миллиардов, почти 7 миллиардов долларов. Это как? Впервые за 25 лет, ну, то есть имеется в виду срок пребывания Путина на посту там премьера, президента, получается убыток у «Газпрома». А как же вот это? Не хочу быть миллионером, я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Блин, Слепаков, мечты сбываются. Да что-то как-то они сбыли их, видно, по не очень выгодным ценам. У них сбывается этот газ вместе с мечтами. Это эпично. А на следующий год, говорят, триллион будет. Ну, в смысле, в рублях, конечно. Ну, до следующего года курс рубля. Сейчас же курс рубля еще. Сейчас ждем инаугурации этого так называемого президента Путина. И сейчас же пойдет у нас курс доллара вверх, да, в Российской Федерации 100%. Ну, ладно, это такое. По поводу, мне девочка пишет, что вот это видео, которое я периодически сейчас пересматриваю, чтобы настроение поднять, когда россиянин идет по собственным захваченным, по лесопосадке, и там на 300 метров 82 трупа российских оккупанта лежат. 82. Поднимаю, чтобы просто настроение по себе поднять, видеть, чем, и мне видеть, ради чего мы здесь стоим. Так вот, девочка мне говорит, это же, говорит, ваши украинцы. Какие? Я воевал в 14 году, я воевал в 15 году, я воевал в 22, 23, 24. Ты думаешь, они в состоянии российскую форму от украинской отличить? О чем ты говоришь? Посмотри, они же там мародерят. Ты видел там это видео, да? То есть они ходят и собирают эти самые, под сумкам там всяким лазят, по карманам лазят. То есть мародерят по своим. Ты что, не видишь, какая это форма? В общем, то так и. И, блин, кстати, по поводу вот этой, ну, то есть, я, конечно, за все те 5 лет, что я воевал, да, в сумме, я никогда не видел такой концентрации. Вот здесь подработано, да, у нас там под ногами снег сошел, оказалось, что мы по трупам ходили. Ну, блин, да, не хотелось, но кто же знал, что они там под нами валяются. Российские эти, да, там. У меня видео свое есть, ну, конечно, не такой концентрации, вот это там черепа, не в таком количестве валяются. Так вот, я говорю о том, что сейчас же вот наш генштаб говорит, что 475 тысяч погибших и раненых россиян выведено из строя. Все говорят, та, чухня, чухня. BBC там с медиазоной, да, они 51 тысячу уже поименно погибших россиян перечислили. Поименно. С могилами там, со всей этой, с имя, фамилия, отчество, место захоронения, тра-та-та. Французы говорят 500 тысяч погибших выведено, и раненых среди россиян. И Великобритания говорит, что 450 тысяч погибших, раненых россиян. Ну, по-моему, тут, понимаете, плюс-минус там. Ну, россияне не считают, бабы еще нарожают, правда. Ну, это просто, в общем, я не знаю, про «Газпром» это, конечно, я впечатлен. Осталось еще какие еще могут быть хорошие новости. Ждем Керченского моста, да, чтобы Путин стоя там спел где-нибудь. На Керченском мосту сквозь, что-то, были, будьте грозы, я тихо уплыву, да? Ой, блин, господи, я не знаю. Ждем, еще тяжело, конечно, будет. Ну, вот, и, кстати, как Рустам Заде сказал, что, говорит, конечно, тяжело сейчас в мае, но таких тяжелых месяцев, как март, а как апрель, и тем более таких, как март, таких уже не будет тяжелых. Насколько было тяжело с вооружением, с помощью Украине. Сейчас, конечно, тяжело, но будет с каждым месяцем. Вот начинайте, с середины июня пойдет все на увеличение, блин, и масштабно. Все буду Украина.